Следующий опыт я проведу без раздолбаев, поскольку он требует повышенных мер безопасности. А когда люди слышат два слова вместе – опыт и лампочка, они моментально пытаются засунуть ее в рот и понять, насколько сложно будет ее вытащить. Но ни в коем случае не повторяйте эксперимент в домашних условиях. Давайте-ка поместим ее в микроволновку, поставим ее на максимум и посмотрим, что же выйдет. На старт. Внимание. Маш. А тем временем Игорь и Настенька решили провести свой опыт и узнать, что будет, если засунуть лампочку в рот. Лампочка сгорела. Температура горения была настолько высока, что инертный газ, который заполнял ее колбу, вытек наружу. Мне кажется, или в нашей лаборатории стало как-то темнее. Ну что, выкрутили? Угу. Эксперимент удался, достать сложно. Угу. Но я вас могу поздравить, это ваша первая жертва ради науки. Жертва, конечно, хиленькая, но это все равно лучше, чем ничего, Игорь.